И снова всем привет, друзья! В этом видео я расскажу про различные экстремальные случаи или ситуации, которые могут с вами приключиться в повседневной жизни. Конечно же, если вы живете в крупном городе и все ваши маршруты состоят от квартиры до торгового комплекса, то вероятность вляпаться в неприятности очень мала. Но если же вы ведете активный образ жизни и часто бываете за пределами мегаполиса, то можете попасть в одну из непростых ситуаций, о которых я расскажу в этом видео. Расскажу, как их избежать или попытаться решить с наименьшими потерями для собственного здоровья. Тонкий лед. Эта неприятность может вас поджидать даже неподалеку от дома, так как водоемы есть практически в каждом городе. Провалившись под лед и поняв по восторженным крикам детей, что скоро станет холодно, а желающих ползти к вам на помощь, как это было нарисовано в учебнике по ОБЖ, на горизонте не наблюдается, нужно брать ситуацию в свои руки. Выбираться стоит в ту сторону, откуда ты пришел. Даже если тебе очень нужно на другой берег. Даже если мама тебе сказала без майонеза домой не приходить. Вылезай в ту сторону, откуда ты пришел. Потому что там, где ты уже прошел, лед крепкий и выдержит еще раз. Цепляясь за кромку льда, нужно попытаться себя вытолкнуть грудью на лед. Посмотри, как это делают тюлени. И когда этот трюк удастся, отползай подальше от этого места. Как только ты встанешь на ноги, тут же появится куча спасителей, которые захотят тебя проводить за ручку на берег и получить лавры спасителя. Шли всех нафиг и иди домой греться. И не пей алкоголь, даже если тебе будут угрожать ледорубом. Согреться он все равно не поможет. Лавина. Если ты поехал на горнолыжный курорт, предварительно купив себе красивую разноцветную одежду и теплые варежки, и продавец сказал, что в этой куртке из новой коллекции ты точно не замерзнешь, это еще не значит, что тебе ничего больше не угрожает. Кстати, чеки не выкидывай. Если ты сломаешь себе ногу, то одежду можно сдать назад в магазин. Так вот, если ты решишь покорить какой-нибудь новый склон, где до тебя еще никто не катался, то велика вероятность попасть в лавину. Если ты заметил надвигающиеся с вершины снежные потоки, бросай все награбленные золотые слитки и постарайся ухватиться за ближайшее дерево или табличку «Катание запрещено». Это позволит тебе выиграть время. Основная лавина уйдет вниз, и тебя засыпет не так сильно. Если же ухватиться ни за что не удалось, постарайся обхватить свою голову руками. Нет, не для того, чтобы в панике проорать за что, а для того, чтобы когда ты придешь в себя, под слоем снега, у тебя была возможность руками освободить пространство возле лица, для дыхания и курения. Иначе, если твои руки окажутся по швам, то пошевелить ты ими уже не сможешь. Ну а дальше остается только ждать, пока тебя обнаружит большой сенбернар с бочонком рома на шее. Ну или если ты совсем не везучий, то овчарка с аптечкой. Нападение акулы. Конечно, если ты плаваешь в Черном море, то вероятность нападения акулы очень мала, только если ты привезешь акулу с собой. Но если ты отправился на отдых на самолете, а не на машине, то там вероятность встречи с акулой куда больше. Чаще всего к берегу акулы подходят в утренние и вечерние часы, поэтому тебе повезло. Утром ты все равно будешь спать. Когда ты все-таки рискнешь искупаться, сними все блестящие предметы – часы, цепочки и кресты, чтобы тебя не перепутала акула с рыбой. Яркие плавки одинаково хорошо привлекают как симпатичных девушек, так и акул. И также одинаково отпугивает их отсутствие, и тех, и других. Но если тебе все же не удалось избежать встречи с этим морским хищником, ты это поймешь по пролетающим мимо паникующим черепахам, то не поворачивайся к акуле спиной. Держи ее на виду, не пытайся напугать ее суровым взглядом, которым ты привык отпугивать гопников на районе. Не сработает, потому что акулы очень плохо видят. Самым лучшим способом будет громко орать, создавая пену, брызги и визги. Исполни свой самый подвижный танец в воде. Может быть, он будет последний в твоей жизни, но и велика вероятность, что акула решит не связываться с бешеной рыбой. Нападение пчел. Ты, конечно, не воспринимаешь пчел всерьез, а вот они тебя воспринимают и готовы преследовать тебя сколько угодно. И это не потому, что у них есть какая-то к тебе неприязнь, а потому что эти существа живут инстинктами. И готовы все как одна сложить свои жизни ради защиты своей пчелиной королевы. Они не станут разбираться, с какой целью ты бродишь возле их улья. И твои аргументы про то, что у тебя аллергия на мед, на них тоже не подействуют. Конечно же, речь идет про диких пчел, а не про тех, что разводит твой дедушка на даче. Так вот, если ты в лесу наткнешься на улей, беги, беги быстро. Через кустарники и ветки, виляя стороны в сторону. Спотыкайся, падай, вставай и снова беги. Беги против ветра. И только когда начнешь сшибать проходящих по городу людей, только тогда можешь остановиться. Потому что у пчел нету жалости. И если они решили атаковать, они не отстанут. Не надейся даже на водоем. Пчелы не таксисты и могут подождать, пока ты вынырнешь. Выбраться из тонущего автомобиля. Может приключиться такая неприятная ситуация, что ты перепутаешь педальки в автомобиле. Или у тебя ногу заклинит. Или еще чего приключится. В общем, предположим, что ты оказался в тонущем автомобиле. Постарайся в этот момент не думать, как ты будешь продавать утопленную машину, и сосредоточиться на своем спасении. Так как в теории кажется все очень просто,
а в реальной ситуации можешь растеряться. В общем, действовать нужно быстро. Твоя задача выбраться из машины до того момента, пока рыбки не начнут разглядывать тебя в окна. Дверь открывать не пытайся, не трать на это время. Лучше сразу разбивай боковое стекло, пока машина еще на плаву. Удобнее всего это сделать под головником. Вытащи его из спинки сиденья. Он втыкается в спинку мощными металлическими ножками. Вот ими и выбьешь стекло. Обидно, да, что бита в багажнике? Когда выберешься из машины и увидишь, что до берега плыть не близко, это если ты с моста прилетишь на середину реки, постарайся снять с себя одежду, пока у тебя еще полно сил. Иначе все эти силы уйдут на то, чтобы держать себя на плаву. Мокрая одежда тебя будет тянуть вслед за машиной. Ну и все, поздравляю, ты почти спасся. А дальше греби к берегу, придумывая речь для страховой компании. Ну вот и все, теперь ты стал еще неуязвимей и просто обречен на успешное выживание в этом суровом мире. Всем желаю удачи и не попадать в такие ситуации. Всем пока!